Что мы знаем о трупе? Лежал в парке Шпрейвальд. Его нашел бездомный и очень точно описал, будто кто-то выжил весь воздух из головы. А что там, амограмма? Инородное тело в голове. Это не пуля. По указанию штаба гражданской обороны, утром все должны покинуть остров. Папа, он меня убьет! Я боюсь! Он велел передать! Жди Эрика, у него дальнейшие указания! Эрик? Эрик мертв. Кто вы? Я сорвалась с обрыва и упала на пляж. Скажите Эндрю Мюллеру, на теле Эрика должны быть указания, которые приведут к Ханне. Я еду к вам. А что мне прикажете делать? Вы должны вскрыть труп. Что? А это законно? Дебил! Я думал, музыка снимет напряжение. Вырубай. А если он позвонит? Есть указание. Его надо выполнить. Это ключ? Возможно, но вряд ли все так просто. Тут кто-то есть? На каждом трупе есть фрагмент мозаики, который ведет дальше. Нет! Стой! Этот мужик похитил его дочь. Нельзя позволить ему это сделать. Зови на помощь. Убийца где-то здесь. Вот черт. Ты знаешь, что будет. Где Ханна? Она жива?